Александр, можно краткий комментарий по двум прошедшим играм? Ну, как бы, игры были упорные, несмотря на то, что первую хорошо обыграли с таким счетом. В принципе, в первой игре первый период присматривались к сопернику, во втором добавили скорости и полностью переиграли их, и сказался счет. На вторую игру, может, кто-то недооценил, вышел чуть расслабленно. Ну, в принципе, бились, где-то не повезло. Ну, второй период провалили удалениями. В овертайме пропустили. Все. Спасибо. Спасибо, удачи.